Вот такой дождь у нас сейчас идет. С 12 часов дождь усилился, сейчас час. С крыши уже бежит вода. Ну, у нас хорошо дренирующая почва. Здесь где-то накапливается, лужится. Но в основном здесь песок. И такой дождь нам не страшен. Он льет с переменной силой. Вот где-то вдали видно, что слегка покачиваются деревья. Но особого ветра тоже нет. Час, наверное, еще не произошел landfall на землю Флориды, потому что по всем сводкам это должно произойти в 2 часа. 2 часа в районе Неаполя, Флорида, полуостров встретится с ураганом, и огромные волны, это будет последствия. Людям всем сказали эвакуироваться из той зоны, но для нас в центре Флориды особую опасность представляет только ветер. Ветер предполагается здесь ураганной силы. Это означает, что скорость ветра будет доходить до 112 миль в час. Это 160 километров. Это очень сильный ветер. Он может нанести повреждения при резких порывах. Но когда такая сила ветра воздействует на что-то в течение 3-4, а может и 6 часов, можно предположить, насколько это опасно. Вот сейчас мы уже ощущаем на себе силу урагана. Температура в воздухе довольно низкая, наверное, сейчас 75. Меня удивляют те корреспонденты, которые одеты довольно так в свитера, ветровки. Они вещают сейчас буквально из точки урагана. Температура, очевидно, не тропическая и там.